Итак, мы с вами находимся в храме спящего и продолжаем продвигаться по нему. Да, чуть не забыл. Да, вы уже поняли, что это прохождение готики по названию и по тому, где я нахожусь. Так. Мы лезем туда, наверх. Ой. Куда, ё-моё? Да и вообще, давайте-ка пройдемся вон по той подземной части. Там мы уже были. Там орк-зомби был. Мы его убили. Так. Пройдемся теперь по подземной части. Там могут обитать ползуны. Да и не могут, а они там обитают. Я имею в виду, что нам может попасться такой экземпляр. Тут скелетов висит. И все в паутине. Тут точно обитают ползуны. А вот и один из них. Пипец ползуну. Клинок крови. Куда это скелеты рванулись? А! Заметили наверняка какого-нибудь врага. И эликсирчики всякие. Там продолжение. Опа-на! А это уже в другую местность ход. Зомби! Вот кого увидели мои скелеты. Стоп, это не наш скелет. Надо срочно отсюда убираться. Так, срочно готовим магию смерти нежити. Ну-ка. Во, смерть нежити. Это мне не понадобится здесь. Смерть нежити. Ну, орк, сейчас мы тебе ввалим. Зомбарь, точнее, орк. Блин, а куда... Где все мои скелеты, интересно знать. Так, тут продолжение хода. А зомбарь там. Получай, зомбарь. Еще вроде как скелеты видел. Ёп!
чего я не ожидал, так это еще одного зомбаря. Я не пойму, он там что, застыл? Он забагался. Отвянь от меня. Ну или отвали. Надо забрать его оружие. Потом продадим. Что это за местечко? Странное святилище. Так, вызову-ка я скелетов. Без них тут делать нечего. Здесь обязательно нужны союзники. Да, я не пойму, как это место проходят те, кто играют, ну, например, не за мага. А там... Ой, я не то съел. Я имею в виду там, ну, за стражника, например. Или еще за кого. Я считаю, что полезнее всего быть магом. Не наши скелеты! Это не наш скелет. Это тоже не наш... Это тоже не наш. Скелеты. Вы что застыли? Я жив. Скелеты, а ну на помощь, ёпта. Сейчас встану. Ну и потрепали же меня. Ксель-моксель, ёкарный бабай. На одни и те же грабли. А того зомбаря сразу жахнем, чем надо. Ах ты, вот ты где, не наш скелет. Пошел отсюда. Кто такой? Мы тебя не звали. Иди сам знаешь куда. Так. Теперь... А, они на орка напали. Нет, там еще один не наш скелет. А может, они и орка заметили? Наши скелеты. А вот это наши. Иди отсюда, ёпта. Блин, я не знаю, конечно, ёпта это матное слово или нет. Не могу сказать. Ну, и на всякий случай не буду вообще никаких даже абстрактных фраз говорить.
не понял, а где зомбарь? О нет, я случайно жахнул своего собственного скелета. Ой-ё! Целиться. Где он? Куда он делся? Я не вижу его. Вот он где. Может, это второй? Да, это второй. А где первый? Никто не знает. Да, и он моих скелетов убил. Или это мой? Да. Значит, рано или поздно я еще столкнусь с этим зомбарем. Мои скелеты! Надо было их тут вызывать. Костлявые воины, идемте. Это не наш скелет. Скорее даже не наши скелеты. Переключатель. Давайте-ка сохранимся. Ну, на всякий случай. Демон. Здесь есть скелеты? Нет. Я знаю, может попробовать этого демона жахнуть смертью нежити? Тут сейчас будет шаман-орк. Судьбоносная сталь, меч. Интересно, а есть у меня оружие мощнее, чем глаз воина? Нет.
точнее, чем он нет. Ну, точнее, будет не орк-шаман, а зомби-орк-шаман. Наподобие того, что мы уже видели. На них это не действует. Он молниями их шабашит. Достигнут новый уровень. Это хорошо. Варак Косорг. Клинок света. Странное святилище я тут где-то видел. Туда надо меч, походу, воткнуть. Ладно, теперь убираемся отсюда. А вот и наш знакомый зомбарь. Наконец-то мы от него избавились. Идемте, мои костлявые воины. Мы еще там верхнюю часть не проверили. Куда? Ё-моё. Вот ты. Как мне вообще туда залезть, когда он нормально не прыгает? Да стой же ты. Во. ВТФ. Зомби! Два зомбаря! Отсюда. Один из наших скелетов пал в бою. Второй. Ударил не того. Да иди ты. Последний из моих скелетов справился с ним. Ладно. Вызову-ка я... Нет, не буду. Вызову лучше там. Свободен. Зомбари. Ничего. Разберемся мы и со скелетами, и с зомбарями, и вообще со всеми. Да ёксель моксель. Что ж ты будешь делать, а? Ты вообще прыгать нормально умеешь? Или нет? Стой ты, ёпта! Ну вот опять я это сказал. Блин, ну он вообще нормально умеет прыгать, а? Это ж пиндец просто. Сейчас я только задолбаюсь туда залезать. Да. Ну, ох.
еще один зомби. Да, так оно и есть. Еще один орк. Смертный! Здесь твой земной путь завершится! Сначала я тебя отправлю в путешествие, чудовище! Ха. Много я очков здесь обучения заработаю. Ой. Все, капец мне. Да вообще-то нет, не капец, тут, так сказать, запасной путь есть. Нужно только подстрелить вон ту мишень. Ой-ё, тут шипы. Там уже кто-то умер. А! Ох! Кое-как. Мумия. Бонус к максимальной жизни и к максимальной мане. Это мне подходит. Кольцо защиты от огня, стрелы. Бонус к силе. Так, и эти зельки. Все это мне пригодится. Так, пьем бонус к силе. А где бонус к ловкости? Я его что, не забрал? Забрал. Так где, тогда где ж оно? Это что, баг? Хм. Ну вот, блин, остался без ловкости. А, то есть мы этот открыли. Ох! Ауч! Мы открыли ту решетку. Ну что ж, будет больно. А! Ладно, вызовем новых скелетов. Здесь мы все исследовали, нам теперь туда. Зомбарь. Блин, ну скелет, ну куда ты рванул? Я из-за тебя не туда... ударил. Только ману потратил зря.
максимальная мана плюс один. Во. Опа, ныры. Подземный ход. Возможно, он вел сюда. Но я еще не исследовал эту его часть. А там ползун. Да-да, это ведет прямо-таки сюда. Так. А вон та решетка случайно не открылась? А, ну точно, там же зомби-орк был. Я там был уже. Или нет? Что-то я уж забыл. Где я был, а где я не был. Запутался я. Я же говорю, в этом храме заблудиться легко. Да, я здесь был. Поэтому мне сейчас туда надо. Давай. Один ползун мертв. Теперь надо убить второго. Так, ползуны мертвы. Здесь нарисована подсказка стрелять по мишеням. Йо! Отойдем. Отойдем. Кто знает, что сейчас будет. Вроде пока все нормально. О, кто? А, это фанатик из болотного лагеря. К нему сейчас лучше не соваться. Он очень сильный, мы его потом убьем. Так, сейчас все спокойно, но вот готов поспорить, стоит мне подстрелить вон ту мишень, как сейчас вылезут шипы. Тут же. Этого решетка закрылась. О, зато тут открыто. И открывается вот эта штука. Хм, а там что, стена? А, я открыл.
цель наводится на них. Ладно, тут мне больше делать нечего. Идемте сюда. А, тут наверняка опять вылезет кто-нибудь. Мне нужна подсказка. О! Мишени. Да куда ты метишь? Вот. Вот, подсказка. Красный, желтый, синий. Ну или бирюзовый какой-то. Бирюзовый скорее. Я открыл решетку позади этого чувака. И никто не вылез? Странно. Так, вызову-ка я себе на подмогу скелетов. Сразу надо подготовиться к битве, потому что будет она, я вас уверяю, очень тяжелой. Этот сволочь будет очень сильным. Его хрена с два победишь. Просто так. Я его, блин, с тремя скелетами еле-еле завалил. Как... Я его... Не знаю, сколько я над ним возился. Это Горбоба. Его так зовут. Проваливай! Тебе здесь не место! А ты хочешь меня остановить? Да, я остановлю тебя, чтобы ты не смог отвлечь моего учителя Голома. Он готовится к пробуждению спящего. Еще и с Голомом. Не пытайся нападать на меня. Верховный жрец передал Голому и нам часть своей силы. Мы стали бессмертными. Сейчас я тебе покажу, насколько ты бессмертен. Приготовься к встрече с Создателем. Но у него реально жизни-то фига. И ты еще смеешь появляться здесь. Ну подожди. А, что-то быстро я с ним справился. Не верится как-то. Эти пошли с этим... С кем-то еще разбираться. Так, а это там что у него? А, у него карта храма. Ну, скорее, набросок. Да, только я не пойму, где я нахожусь. Кажется, мне удалось удрать. Ладно, на этом, наверное, все. Прохождение подходит к концу. Но не волнуйтесь, скоро выйдет продолжение. И напоминаю, если кто-то тоже хочет в котику поиграть, то ссылочку на скачивание ищите в описании под первой частью прохождения. До скорого!